Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о особенностях породы Лёнбергер. Узнаем о характере собаки, а также коснемся темы ухода и питания. Собака породы Лёнбергер появилась на свет в немецком городе Лёнберг. Своим появлением она обязана жителю этого городка Генриху Эссигу. Он давно мечтал о собаке, которая сможет обладать добрым нравом и внешне будет похожа на льва. Для этого он сначала скрестил между собой Ньюфаундленда и Сен-Бернара, а в получившийся помет добавил крови аборигенной пиренейской горной собаки. Полученное таким образом потомство дало родословные корни настоящим Лёнбергерам. Эта уникальная порода имеет особую популярность на своей исторической родине. За пределами Германии она до сих пор мало известна. По своему внешнему виду, пес Лёнбергер похож на царя зверей, льва. Морда средней длины, уши висячие, умеренно длинные, прикус ножницеобразный, глаза овальной формы, темно-карего цвета, длинные, без складок шеи. Тело крепкое, спина прямая, грудь широкая, хвост длинный, висячий, лапы мускулистые, кобели крупнее женской особи. В холке кобели вырастают до 80 см, суки до 75 см. Весят лёнберги до 75 кг. Продолжительность жизни небольшая, до 10 лет. Шерстяной покров у этих собак обильный и влагоустойчивый. В области шеи шерсть самая длинная и напоминает гриву льва. На лапах имеются нарядные отчесы. Подшерсток у Лёнбергера плотный. Окрас шерсти может быть винно-желтый, рыжий, палевый, рыже-коричневый. На морде заметна черная маска. Шерсть этой собаки нужно расчесывать не реже двух раз в неделю. Линька протекает обильно весной и осенью, поэтому в это время питомца расчесывать следует каждый день. Мыть собаку по мере загрязнения. Глаза и уши нужно ежедневно проверять и для профилактики протирать лосьонами. Когти эта порода стачивает самостоятельно. Кормить Лёнбергера можно сухим кормом премиального класса или готовить питание самостоятельно. В натуральном питании должно присутствовать нежирное мясо 60%, филе морской рыбы, крупные каши, сезонные овощи и фрукты. В дополнение требуется давать мультивитамины. Порода Лёнбергер может стать компаньоном для семьи и поводырем для слепых людей. Лёнбергеры очень любят детей и, услышав детский плач, непременно побегут к ним на помощь. У собак отсутствует агрессия к посторонним людям и для охраны они не годятся. Лёнбергеры общительные собаки и хорошо уживаются с другими животными. Для квартирных условий Лёнбергер мало подходит. Ему нужен просторный двор. Обладая хорошим подшерстком, этот пес может жить в вольере с условием свободного передвижения. Лёнбергеры бесконечно привязаны к своему владельцу. Дрессировать питомца легко. Он способен быстро запоминать команды. Заниматься воспитанием питомца нужно со щенячьего возраста. За послушание и выполнение команды собаку обязательно поощряют лакомством. Лёнбергер подойдет в семью с детьми и для людей преклонного возраста. С этой породой способен справиться даже юный заводчик. Обладая покладистым характером, Лёнбергер будет слушать своего хозяина и не посмеет ему перечить. Спасибо за внимание.